Третий каталог радует нас восточными ароматами. Это три платья нашей героини. И, конечно, с ней рядом мужчина мужественный, красивый, ответственный и смелый. Мне понравилось очень зеленое платье нашей героини. Это Джема Эльфия. Аромат легкий, радует многообразием восточного базара в одном флаконе. Верхние ноты цитруса, черная смородина. Сердце – это роза, жасмин, ландыш, яблоко и груша. И шлейф – это кедр, сандал, амбра и мускус. И, конечно же, ваниль. Чего только не найдешь на марокканском базаре. Площадь наполнена яркими красками и ароматами. С одной стороны доносятся запахи цитруса, с другой – удивительный микс жасмина и яблока. А пройдешь чуть дальше и ощутишь приятную сладость ванили. Такого сочетания нот ты не найдешь больше нигде в мире. Очень вам рекомендую легкую, воздушную, спелую, наполненную такими разными ароматами Джему Эльфия. Почувствуй аромат Востока на себе.